Проводим традиционный новогодний сеанс одновременной игры, и в рамках этого будет проводиться награждение благотворительным фондом «Урала» ценными призами наших самых успешных молодых спортсменов. Они выигрывали первенство и чемпионаты мира среди юниоров: Марсель Шарафутдинов, Дамир Рысаев и Айгуль Идрисова. Памятные призы – это ноутбуки. Фонд «Урала» в каком качестве выступает? В этом году он нам оказал поддержку. Мы подали проект по организации шашечных кружков в районах Зауралья. Значит, в рамках этого проекта за счет средств фонда «Урала» мы провели несколько соревнований. Мы организовали курсы повышения квалификации для педагогов. Некоторые педагоги уже приступили к работе в этих районах. Мы, значит, заказали инвентарь и учебник по шашкам, которые будут распространены по школам, по отдаленным школам именно. Вот. И на следующий год мы тоже получили поддержку в районе 2,5 миллионов. И подавляющая часть этих средств будет направлена на оплату труда педагогов, которые будут вести кружковую работу по шашкам. Пока что у нас 6 районов, вернее 4 района, 2 города. Это города Сиба и Кумертау, Зилаирский, Зианчуринский район, Кугарчинский и Баймакский. А почему это так важно развивать шашечный спорт? То есть? У нас же хорошие традиции, у нас, в принципе, башкирская школа шашек известна на весь мир. Центры у нас уже определились в республике, это Уфа, Ишимбай, и на Уле хорошо работа поставлена, в Стерлитамаке, но мы хотели бы географию расширить, поскольку, собственно говоря, для сельских районов это еще недорогой способ организации досуга, помимо того, что шашки вообще, ну как и шахматы, в принципе, очень полезный вид спорта для интеллектуального развития, для успеваемости в школе. Ну и мы хотим немножко, чтобы вот задать такой тонус положительный на то, что все-таки интеллект имеет значение в этой жизни.